С самого утра улицы областного центра погружены в густой туман. Резкие перепады температуры вызвали значительное ухудшение видимости. Всю прелесть погоде добавляет и холодный дождь, не стихающий уже полдня. Чтобы попасть в туман и посмотреть, как там внутри. Вот, и даже лапы. Особенно сильный туман отмечен в центральной части города, а также над Волгой. В некоторых местах не видно дальше своей руки. Передвигаться в таких условиях крайне тяжело. В связи с этим МЧС просит водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах. По информации синоптиков, весь день в регионе продержится плюсовая температура. Однако из-за высокой влажности будет казаться значительно холоднее.